В День Героев Отечества в Развилковской школе прошло торжественное мероприятие. Открытый урок мужества был организован в актовом зале учебного заведения, на который были приглашены почетные гости, в том числе и одни из инициаторов патриотического праздника, представители фонда «Правопорядок и щит». Одно из, естественно, значимых социальных направлений деятельности нашего фонда – это работа с молодежью в рамках патриотического воспитания молодежи. И здесь, конечно, мы очень много уделяем внимания школам, различным кадетским направлениям. Урок мужества был посвящен герою Советского Союза Надежде Троян. Старшеклассники со сцены рассказывали о биографии, интересных фактах и знаменательных событиях из жизни легендарной разведчицы. В школьные годы Надежда проявляла большие способности в изучении иностранных языков. И немецкий знала в совершенстве. Ребята признаются, что с удовольствием посещают занятия, посвященные истории Великой Отечественной войны. Такие уроки проходят каждую неделю в понедельник. У нас есть специально для этого выделенный урок. Считаю, что это необходимый для изучения. Считаю, что каждый должен знать историю своей страны и интересоваться этим, и помнить своих героев. Это очень важно. Каждый должен знать историю своей страны, интересоваться. Благодаря таким занятиям школьники узнают о тех подвигах, которые были совершены этими замечательными людьми во имя страны и во имя каждого из нас. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.